Всем привет, дорогие друзья, это канал SkyCrawler. Сегодня у нас продолжение Resident Evil Revelation 1. Сейчас у нас эпизод 6, кошки-мышки, погнали! Where could they be? Anywhere. Let's get started. Итак, теперь мы играем снова за Джессику и за... Господи Иисусе, все перемешалось. И за Криса, и костюм у бабищи, конечно же, специально для спецоперации. Как же, если жопа не голая, то для спецоперации это вообще не годится. Мужикам вообще надо спецназовцам в стрингах работать. Сейчас нет времени, нужно найти этих двух. Находка. Так, тут тоже сканер карточек. Не хочу спойлерить, но я-то знаю, в чем подвох. И тут, конечно, режиссеры и сценаристы молодцы. Хорошо, они так сделали все. Так, карта. Отлично. Так, тут, как видите, нам даже не дают выбрать, куда перемещаться. А, ну это то место там, где мы боролись с боссом. Прогулочная. О, здравствуйте, машина. Давайте просканим их сразу. Аптечки у нас не валяются. Ты откуда взялся? Какой-то форменный беспредел начинается, если честно. Они валятся с неба. Здорово. О, брат. Вот это что сейчас было нафиг? Так, девка, помогай мне, а? Слышь, хорош. Чё быстрее-то? Так, я понял, короче, пацаны, в чем дело. Отвали нахрен от меня. Надо отсюда валить, иначе они будут бесконечно лезть, короче, зря только патроны тратил на них. Так, а в чем цель-то заключается? Куда бегу? Зачем бегу? Ага, вижу.
Интересно, интересно, что они здесь намутили. Но пока что я что-то ничего не пойму. That makes sense. We'll head down there now. Так, ну как помните, у нас через казино проход был вниз. Давайте сейчас, знаете, что сделаем? Просто вот так вот. Да. Через казино, погнали. Насколько я помню, сейчас тут будет не очень приятно. Здесь, по-моему, сейчас будут эти здоровые ублюдки с бензопилами. И не один, а несколько. Вот, видите, в дверь тарабанит. Бля, их два, короче. Брат. Да меняй же ты оружие, паскуда. Брат, отпусти! Отпусти! Прикиньте, убил козел. Значит, с ними по-любому сражаться надо. Так, для того, чтобы нам не потерять ачивку, нам нужно выйти в главное меню и просто нажать продолжить. Итак, как видите, я сделал по-другому. Я не просто нажал продолжить, а вышел сначала в меню, а потом нажал продолжить. Этот вообще способ помогает сделать так, чтобы смерть не засчиталась. И в конце, после прохождения, была ачивочка. Так, еще должна быть вроде граната. Или нет, или я что-то путаю. По-моему, вот где-то была еще граната, по-моему, с той стороны. Сейчас мы им прям в дверь засадим эту гранату. Один готов. Бей его. Маромойка, блин, беспонтовая. От Паркера хотя бы какой-то толк есть. Они, по-моему, еще должны какие-то ловушки бросать. Вот, видите, он вырыгал ее. Все, есть. Вот, вот эту вот хрень. Фу! Да. И так бывает. Так, ключ трезубец я получил. А давайте, знаете, что сделаем? По-быренькому пробежимся. Посмотрим, что у нас здесь. И ключ трезубец как раз тут как тут. Все прямо на месте, не отходя от кассы. Поблизости ничего.
Угу. Тоже ничего. О, это же этот козлина, который вот так он делает, гад, всегда. Короче, они очень опасны, если они вблизи рванут. Херовас-то может быть. Так, что это у нас? Подождите. Черт, жуткий запах. Ну, я согласен. Запашец такой себе еще. Погнали дальше. Ага. О, вот эти самые противные ублюдки. О, вовремя ты, вовремя, Крис, ты прям умничка. Ты прям молодечек, прям вот, вот вовремя сделал все. Прям не знаю, что бы я без тебя делал. Все, рванул. Твою мать, опять ты. Охуенно просто. Черепа какие-то. Так, граната, отлично. О, видите, что у нас там? Ну куда ты, что ты шкандыбаешь вот это вот? Пацаны, хорош! Слышь, гутоперчивый, помирать будем сегодня, нет? Отлично. Так, полечимся на всякий случай, потому что... Конечно. Так, патроны к пистолету, это потрясающе. Блин, я уже пишу какую-то шестую серию подряд. Оторваться не могу. Офигенная игра просто. У меня ее в коллекции нет, но чувствую, она появится. Иди отсюда. Так. Странно, подъемник наверху. Двери. Двери, 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 двери. Надо посмотреть все двери. Скорее всего, они будут либо закрыты, либо очень ограничены. Лифт сломан. Понятно, я же говорил, будет ограничено. Не пустили нас. Не пустили. Еще раз пробежимся. Здесь же вроде два было прохода. А, нет, мы тогда спустились через вентилятор. Через вентиляцию, точнее. Так, тут все работает. Помчали отсюда.
Так, это получается, мы сейчас их бежим спасать. Одна дверь. Вторая дверь. Там закрыта на карточку. Что там? Тоже какая-то дверь. Большая. Так, блин. Опять эти водяные уровни. Тут ничего. Ну, воды вроде нет. Все. Все, отлично. Здравствуйте, машина. Больше всего ненавижу вот этих врагов в этой игре. Это как во второй части вот эти мухи невидимые. Как же они бесят. Блять, одного патрона не хватило. Так, ну сейчас уже становится пожестче, конечно, играть. Так, давайте, знаете что, возьмем вот этот дробовик, потому что патроны реально на исходе. Блять, ну что за условности? Твою мать. Отсосись, придурок. Как патроны к пулемету полно. Пойдем, говорит, со мной. Видели, как рукой махнул? Так, сейчас будем разбираться с патронами. Я что-то пока не понял, почему мне пишут, что их достаточно. А, ну да. Так, три аптеки, много патронов. Здесь можно что-то сделать? Оно не двигается с места, понятно. А здесь нет инструментов. Блядь. Джессика, ну хорош, ну чё ты как девочка, блин, надоело. Вот как вот надеяться на напарника, когда он совсем беспонтовый? Тутух, 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 тутух. Ну взяла очередь, пропустила, блин, Паркер, он лупит. Вообще, что умалишённый. Оооо, братья. Ты себе в жопу засунь это. Да что ж ты делаешь, родной?
Здесь воды нет нигде. Странно, откачки я никакой не делал, насосы никакие не включал. Давай сюда пойдем. Не желает открываться. Не хочет дверь, говорит. Ну не буду, вот не хочу я открываться, и все. Пошел, говорит, нахер. Какая харя, дурень. Это Семирамида, а не Зенобия. Два одинаковых корабля. Да... Ух ты, коза тупая! Господи Иисусе, давай, плыви ты, бестолочь сраная. Боже, да что с тобой не так, мразина? Так, значит, надо еще одну трубу найти, что ли? О, нашел. Да что с тобой не так-то, ну? Давай, давай, Джилл, ну, не ломай мне яйца, давай, дорогая. Есть. Отлично. Отлично. Так. Теперь вы поняли, что два корабля совершенно разные. Отлично. Патрон, ящик для патронов, точнее сумка. Так, я не хочу плавать. Уйди! Уйди, говорю! Сука! Не хочу патроны на тебя тратить.
Ты посмотри, что делают, блин. Вообще беспредел устроили. Спасибо, Джилл. Это был отличный вообще шаг с твоей стороны. Что я все путаю эту кнопку? Damn it, I don't have a signal. Maybe the antenna array is out. It's on the observation deck. Maybe we can fix it. I'm sure the view is nice. Me too. Let's move. Так, а двигать нам надо через солярий. Это уже понятно. Так, мы уже это... Слушай, давай ты не будешь мне вот это говорить, что... Так, оглушение... Специальный урон 2. Так. Урон 2. О, нет, 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 дорогой. Давай-ка мы тебе это уберем. А поставим мы тебе, знаешь, чего? Вот это. А вот тебе мы поставим... Так, что я сделал? Твою дивизию. Что-то я не... Урон надо убрать. Все верно. А поставить сюда оглушение. Плюс 50. А вот сюда надо... Твою мать. Поставить урон 2. Так, итого 144 плюс 121. Так, берем, значит, тогда... Силу. Так. Так, где мой пистолет? Вот он, мой пистолет. Возвращаем, потому что зачем мне два оружия, которые используют одно и то же, один, ну, одни и те же патроны? Смысл, как бы, когда закончится, у меня, считай, два ствола будут валяться беспонтово. Здрасте, парни. Смысл тратить на них патроны я вообще не вижу. Я лучше потом в рейде набью эту 1000 убийств. Так, свет включили везде. Ну, поплыли отсюда. On the Queen Zenobia's sister ship. Jill and Parker are probably being held on that ship. Have you been able to locate it? No, but I've got my top people on it. How much time has passed, right? Correct. It's possible that up until a few hours ago, the ships were traveling together. Search the area and see what you can find. Roger that. Кораблей было 2, но это еще не все. Дальше будет интересней. Так, перезаряжаться не надо, не надо. А зачем я такой круг намотал? Погнали. Сейчас, по-моему, тут будут стоять. Что ты ищешь? Чувак остался за бортом, короче. Смотрите, его нет. Так, Паркер. Подождите, это дело ненормально. Давайте-ка вернемся.
Заходи, придурок. Так, а нам надо в центральный холл. Я правильно понял? Нет. Так, на лифте мы проезжали. А, значит, через столовую сможем пройти. Ладно, хотите нас провести снова по этому маршруту? Валяйте. Благо, локация интересная. Перепройти лишний раз здесь — это не проблема. Не ори! Так, все, у меня аптечка есть. Запасная. На случай, если я одну использую, то у меня следующая автоматически появится. Потому что у меня сканер на 100% уже заполнен. Так, друзья, шлем всех нахер и просто тупо бежим, сломя голову. В жопу все эти разборки, патроны тратить на них, время. Наша задача сейчас... Блин, и такие же лютые вот эти вот. А, ну сканер заполнен, да, я не смогу больше сканировать. И что-то нифига урон не повышается, как они обещали. А, и не туда. Так, стопы, я не понял. Ту-ту-ру-ту-ту-ту-ту. Что-то я не догоняю. Как так получилось? А я что-то и правда не догоню, я уже запутался. Ну, здесь ничего нет, все верно. Шел сюда. Здесь просто комната. Зашел, погнал вниз. Там убили бабищу, все верно. А где проход-то? Ну, патрончики кто-то положил. Что-то я не пойму, нифига. Не, ребят, я реально затупил что-то совсем прям. Я не понимаю, что происходит на самом деле. Здесь просто комната, здесь ничего нет. Здесь сортир. Здесь путь только вниз.
Не, серьезно, я просто что-то не догоняю как-то. Здесь тупик, все, там никуда не пойдешь. Там был Крис. Кухня. Пошел ты. Так, ну здесь лифт, все верно. Вот этот лифт, который позволял мне передвигаться между этажами. Ну-ка, иди сюда. Нет, опять мы вернулись туда, где эта хрень. Может попробовать через казино прорваться? Ну погнали через казино. Блять, опять он, короче. Этот обмылок достал уже. Чего? А, он едет. Смотри, какой самостоятельный-то, а. Пошли через казино прорываться будем. Там слизни еще эти долбаные. Да, я немножко уже подустал на самом деле. Я сижу уже, наверное, часов 6. Там было два раза, когда меня убивали. Точнее, я сделал вид такой, как будто один. Но на самом деле там два раза было. О, я же говорил. О, хрень какая-то вот эта. Бля, он еще и взрывается, короче, отлично. Странно, я вот этих врагов, если честно, не помню на Nintendo 3DS. Вот правда. At the very least, I hope they've picked up Chris's whereabouts. Все, пришли, наконец. Фу. Странно, конечно, это все. Почему? Как? Как я там пробивался? Я же дошел до этой девки тогда. Потом вернулся. Что за фигня? Да знаю я, куда бежать, This Way. Очнулся. На самый верх надо нам с вами валить. Так, стоп, а почему мне показывает лифт? Не работает. Стоп, я запутался. Да что за хрень творится, я не пойму. Лифт сломан. Вон тот лифт работает. Но почему-то показывает именно на этот лифт. Да, видно, все уже. Сосредоточиться невозможно. Не работает. Ни тот не работает, ни этот не работает. Так, короче, в самый низ, понятно. А то, что нам надо на крышу, это уже никого не колышет. Да где эта дверь, ссаная?
меня Котейкин пришел, аж даже возмутился. Говорит, ты что так тупишь-то? Че, киса? Монти, сдрисни, не мешай. Так. Угу. Вот так, значит. А здесь он работает. То есть я не могу вызвать его там, но здесь он работает. Что за глупость? Брат. Это что такое? Что за говно происходит? Что это за апельсин? Ну? А если у меня вот сейчас патроны кончатся? Фу, в самый последний момент. Не закончилось. Тварь-то живая, не умерла. Надо еще, кстати, довыложить многострадальный. Так, это что такое? 60 патронов к пулемету. Этот, как его, мать его, хотел быстро сказать. Вольфенштейн. Он давным-давно записан, но, блин, я его что-то как-то... А, сейчас будет с ним, короче, битва здесь. Я же говорил. Черепаха, что ли, какая-то? Или это улитка? О, брат. Так, а почему он не это... не шевелится? Брат, приложил. Да вставай же ты, маромойка. Оп, тихо. Спокуха. О, ящичек новый. Так, двигай сюда, ублюдок. Есть. И меня приложил. Отлично. Ну, давай.
где ты там? Твою мать, Джилл, перезагружайся. Ой, перезаряжайся. Да уйди ты, козел. Все, есть. Фу. Кусок говна развалился. Так, давайте пробежимся, посмотрим, что у нас тут есть. Чё? А. Ну да, все верно, мы использовали одну аптечку. Так, где? Так, патроны для дробовика. Да хорош, антенна наверху, знаю я, что антенна наверху. Дуру мне не гони, пожалуйста. Так, патроны. Тут ящик и еще одна аптека. Понятно. Погнали наверх. Ну такой себе босс, на самом деле. Реально, я не хочу пока... О, карточка. Да, отлично. Все, карта ключ Вельтра у нас есть. Теперь мы можем с вами пошариться по тем дверям и по сейфу. Я что-то так... Мне кажется, что там будут хорошие эти запчасти. 30 патронов к пистолету. Так, давайте сразу все подготовим, оружие. Блин, еще что-то есть. Угу. Так, патроны. Патроны. Пошли. Так, стоп. Я только сейчас заметил, что меня покоцали, я забыл. А, ну сейчас будем играться с той же самой фигней. Все стандартно. Так. Так, так, так. Стоп. Should do it. Give it a shot. I hope it works. This is Vermilion. Headquarters. Do you read? O'Brien here. Are you two all right? We did it. Boss, it's Parker. Shit hit the fan here. It hit really hard. I know. The whole thing was a setup. How do you know? How do you know it's a setup? What is it, boss? Say something! Just stay put. I've got an emergency call. No, wait! Director O'Brien, we've received an emergency call from the ESF. They've reported satellite movement. The European Security Force? Go on. Yes, sir. Apparently Terra Grigia's solar energy integrator is being reactivated. Already in motion. Looks like somebody's found a Queen Zenobia. You haven't changed a bit. Parker! HQ, what's going on?
hell's about to break loose. The solar energy matrix has activated. They're aiming at the Veltro hideouts on the Mediterranean, disguised as cruise ships. Satellites have destroyed Terra Grigia. Are right above us. They can't just ignore the ultimatum and obliterate the ship. Boss, get us out of here. Sorry. But I can't authorize that. Вот такой вот он неоднозначный эпизод 6 «Кошки-мышки». Признаюсь честно, у меня сейчас в голове все поперемешалось. Вот. А, приз получен. Отлично. Ранг S. Мне надо будет переиграть только один эпизод. Для того, чтобы ранг S сделать. Так. Далее. Ну что, все, ребят. До следующего 7-го эпизода. Всем спасибо. Подписывайтесь. Всем пока.